все, уже давным-давно занимался своими делами. Тут вспомнилось то, что анекдот-то я не рассказал. Да, вроде как анекдоты вам понравились, чтобы с пустыми руками не быть. Включим сердечко, пускай сердечко светит, а я буду рассказывать анекдот. А значит, анекдот у нас будет сегодня следующий. Синагога, главный раввин сидит в синагоге, значит, тут врывается там, ну, такая она окрестная, значит, такая синагога, и, значит, приезжает с города проверка, врываются к раввину, короче, его запаковали, давай допрашивать. Говорят, ну, спрашивают, говорит, вы, говорит, свечки жгете? Он молодой человек, ну, таки жжем, у нас же синагога, да, там Богу свечечку поставить, все дела. А воск, говорит, с них капает? Ну, таки капает. А что, говорит, вы с воском потом делаете? Ну как, говорит, аккуратненько собираем, в город отправляем, там новые свечи льют, нам присылают. Ладно, не докопаться. А, говорит, мацу едите, молодой человек, у нас же синагога, конечно, едим. А крошки падают? Ну таки падают. И что, говорит, с крошками, говорит, делаете? Ну, говорит, ну как, говорит, аккуратненько, говорит, собираем, в город отправляем, там новую мацу пекут, нам присылают. Не докопаться. А обрезание делаете? Ну, конечно, молодой человек, синагога, обрезание, да, естественно, делаем. А обрезки куда? Ну, как, говорит, аккуратненько собираем, в город отправляем. А из города? Да не поверите, хуйню всякую, сегодня вот вас присылали. Значит, жду комментариев относительно анекдотов, нравятся они вам или нет, продолжать их или не продолжать. Ну, соответственно, если анекдот понравился, зайдите в уголок подонка, он там лежит отдельно, не запиканный. Вы с ним им сможете поделиться, там, кинуть через WhatsApp, либо опубликовать там в какой-нибудь соцсети. Всем всего, до скорых встреч! Hey.